Всем привет, с вами Артём. Мы продолжаем играть в Dark Souls 3. В предыдущей серии мы победили доспехи драконоборца. И теперь... Вот, даже не знаю. Устройство опять же не поддается. Здесь все заросло. Я даже не знаю. Там написали, ах ты готов. Неужто меня сейчас прям сразу к еще одному боссу пустят? Ключ от великого архива. Кстати, я не прочитал описание ключа. Сейчас, секундочку. Великий архив. Да, я понял. Так, где этот ключ? Что за великий архив? Ключ от главного входа в великий архив Лотрика. Огонь гаснет, и человеческие отбросы оскверняют замок. Неудивительно, что великий архив закрыл двери. Сегодня существует лишь несколько ключей. Этот, вероятно, принадлежал Готарду, одному из королевских чернорукав, покинувшему замок. Если он покинул замок, то я надеюсь, что... Опять? Где он? Наверх, что ли, бежал? Опять мы в архивы герцога попали. Похоже, их перенесли сюда. Ай-яй-яй. Опа, 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 стоять! Стоять! Стоять, кому говорю? Стой! Так, душа рыцаря. Таргет, ты где вообще? Я 3 раза нажал на кнопку, он вообще ничего не сделал. Точно, все перенесли из архивов герцога. Это все путешествие наверх. Мне кажется, нам стоит вернуться к первому костру и двинуться в другую сторону, потому что я боюсь, что я сейчас могу пропустить локацию и какого-нибудь босса. Давайте косточку. Ой, костер. Блин. Ладно. Костру храма. Пускай к костру храма. Сейчас попробуем сходить все-таки в другую сторону, там, где был какой-то сад. Я, кажется, уже знаю, что меня ожидает, потому что я видел моменты с трейлера. Нет, это надо отсюда, от танцовщицы Холодной долины. Потому что это там... Там есть развилка. Прямо перед лифтом. Даже не надо заходить вон в ту гробницу, где куча покойников лежит. Так-с. Единственное, что я помню, что там был токсин, и меня завалила там какая-то ящерка вот эта черная, страшная. Стоп. А куда я попёрся-то? Чё это я? Мне ж вот сюда. Эта локация находится здесь. Я почему думаю, что мне надо идти сюда? Потому что, по идее, это дорога вниз. И, кстати, я так и не понял, как победить стрелка на башне. Я не нашел подход к самой башне. Я вот восстанавливаю свою стамину, он ее сбивает с одного удара.
Так нефиг. Гадус. Большой осколок титанита. А рычаг где? Так, а я не понял, а где рычаг? А, вот он. Кстати, там еще этот лифт же куда-то вел еще в еще одно какое-то место. Там где-то по дороге выход был. Там можно было посмотреть. Что-нибудь найти можно было. Вот я про это говорил. Ну ладно, пока не будем слишком заострять на этом внимание. Да-да-да-да-да-да-да, бегом отсюда, бегом. Тихо. Дай взбежать. Камера, твою мать, да япона! Господи, что тут творится вообще? Да подожди ты! Ну вставай ты, тормоз! Да беги ты, что ты падаешь, господи! Вася Куролесов! Где цветущий мох? Ура! Живы, целые орлы. Фу. Я вот только в этой локации не хотел ни с кем связываться. Козлина. Их тут целых двое. Повсюду токсин. Повсюду. В целом, можно сделать следующую штуку. Где мой лук? Они же сюда не идут за мной. Я ж голым попал. Чё ты делаешь? Отлично. Завалили. С этим гадом справились. Так, их тут двое с мечами. Вот здесь можно вполне себе с ними подраться. Так, у него, походу, до хрена здоровья, как я погляжу. Иди сюда. Ты дурак? Ладно. Подеремся с тобой здесь. Так, стамина, восстанавливайся. Вот так. Справились с этим утырком. Большой осколок титанита. Теперь еще один мне нужен. Жалко, что у него токсин... Вот у этого парня токсин на него не действует. Так, делаем бэкстеп. И сейчас повторяем действия. Тихо! Господи! Ой, твою мать! Ой, твою налево. Один удар вот ему остается нанести, и он меня сносит. Очень больная локация. Невероятно больная локация. Ненавижу эту локацию.
По-моему, я здесь уже все локации ненавижу. Ладно, пошли. Дубль 2. Сейчас давайте на лифте спрыгнем тогда наверх, посмотрим, что там есть. Ой, какие же они гады, а? Прям вообще. Жуть, как не нравятся эти все рыцари и так далее. Особенно то, что они стамину сносят одним единственным ударом. Вот особенно, когда я отхожу от них подальше. И кувыркаюсь, а им пофиг на это все. Главное, когда меня бьют, я почему-то не могу поставить щит. Вот опять начинается. Вот что это такое? Вот, ну блин. Как вы понимаете, в этой локации мы будем бегать еще долго. Вообще, кстати, было бы интересно посмотреть где-нибудь статистику смертей, сколько я умирал в этой игре. Потому что, мне кажется, это было бы интересно не только мне. И мы потеряли все наши души, которые мы там носили с собой. Ну и хрен с ним. Меня веселит, откуда он щит достает. Сейчас попробуем алебарда его тюкнуть. Я тебя счет пинал, знаешь? Да пипец вообще. Он что-то охренел, по-моему. Пока что все еще и ритильский меч остается моим фаворитом. Пока не знаю, что-то как-то алебарда не самое эффективное оружие, даже с огнем. Поэтому пошли с ретельским мечом мучиться. И мне кажется, лучше использовать уголь. Чтобы у нас было полное... Чтобы у нас было ХП до конца. Иди сюда, Чукча. Я буду с тобой говорить. Что, он уже, что ли, себя это... Да. Ну как он вот... Ну не может он... Да-да не... Да-да я стою за 3 километра от тебя. Что за ерунда? Вот опять 25. Не, ну это пипец. Да твою мать. Господи, какой же ты конченый, твою мать. Дай мне стамину восстановить. Ты сейчас еще попытаешься сбить одним ударом, твою мать. Да, господи. Видите еще, что камера делает, да? Это очень удобно. Да отойди ты, япона, мать от него. На тебе бэкстеп, скотина. Умри, козлина. Сейчас в этот раз я выйду пораньше из этого лифта.
Ой, ну здесь, блин, и мобы, конечно. Мобы здесь жуткие. Сюда. Сад снедаемого короля. Ага, понятно, что здесь такое есть. О, смотрите-ка, что, осколок Эстуса появился. Офигительно. 11 Эстусов, это нам более чем поможет. Обломок титанита. Я не вижу, чтобы это куда-то вело. Короче, просто спрыгиваем, сейчас и бежим. Так близко к нему не подходим, надо стаминоч. Я вот стамину восстанавливаю, чтобы ты ее сбивал, что ли, я не пойму. Ты зачем так поступаешь? Понимаешь, что ты не хороший человек после этого. А, ну охренеть, вот. Я еще вот так вот тоже хочу уметь. Взять на расстоянии, подскочить к нему на... А стамина, ты что так долго не пилась? Хорошо, хоть не убил меня, пока я пинал. А то, я смотрю, они частенько так любят делать. Может помочь дальний бой. А может помочь пробежать мимо них. Там еще, кстати, сбоку какой-то проход есть. Вон там. Какое-то место. Только с той стороны не обойду ни черта. Он стоит прямо на входе. А давай вот без вот этих вот резких подскакиваний, там так далее. А то я смотрю, ты обалдел в конец. Вот так вот. Ибо нефиг тут на меня. Стоп. Подожди, не, это другой какой-то лифт. Слушай. Впереди рывок. Это другой какой-то лифт. Если это короткий путь, то это будет прекрасно. Чё-то нашел. Это... Чё за место такое? Это то, о чем я думаю? Нет, это что-то другое. Что-то не понял я нифига. Титанитовая чешуя. Куда я попал? Что это за место? Куда меня этот лифт привел? Ага, их тут даже целых двое. Небось, лечите друг друга, да? Злобные, грязные извращенцы. Вот так вот. Обломок титанита. Слушайте, так это я шорткат, похоже, открыл. О, да, детка. Наконец-то. Здесь теперь будет более короткий путь. Отлично. Просто отлично. Кстати, мне казалось, что здесь какие-то собаки были где-то поблизости, но нет, их нет.
А где я видел, тут светилось что-то. А, понятно, это просто свет. Это просто свет с улицы. Ну, отлично, теперь у нас есть короткий путь. Нам не придется на лифте ехать через кучу рыцарей. Это радует, это радует. Там тоже можно было проскочить. Ладно. Ладно. Я понимаю, что тут много плюшек валяется, но есть подозрение, что ничего я не сделаю. Наверное, там можно было спуститься и пройти поверху, я так понимаю. Вот это очень странно, когда так происходит. Вот козлина. Завален. Так. У нас здесь два... очень потных рыцаря, к сожалению. И я не понимаю, что, как... Не, в целом я как бы понимаю, но у воротах от него надо уходить. Только вот что это такое? О каких у воротах тут может идти речь? Если ему вообще на это пофигу. Вот, а если он вот такой вот псих вот так делает. Вперед с атаками и убивает меня. С одного просто... У меня просто слов нет насчет этих рыцарей. Ладно, у нас хотя бы короткий путь теперь есть. Ему просто пофигу. Держу щит, сбиваю щит и убиваю тебя. Кувыркаешься, убиваю тебя, пока ты кувыркаешься. Вот так эта игра и устроена. Ладно, сейчас хотя бы коротким путем двинемся. Надо было бы Эстус прокачать, ну да, ладно. В целом мы можем просто пробежать здесь. Я сейчас сверху опущусь. Мне кажется, сверху там будет удобнее проходить. Ну, то есть сверху пройду, там было вот это окошко. Выходим. Наша остановка. Вот мы снова в саду снедаемого короля. Кольцо с чешуйкой дракона. И что оно делает? Кольцо Ацероса, бывшего короля Лотрика, снижает урон от ударов сзади. В конце жизни Ацерос увлекся драконами. Он потерял рассудок и прославился как снедаемый король. Многие убийцы отправлялись к нему, но ни один не вернулся. Сам снедаемый король приписывал свою невероятную живучесть божественной защите драконьей чешуйки. Уменьшает урон от ударов в спину. Хе-хе-хе-хе. Сладкая месть. Время пришло уничтожать по одному. Да, да, кстати, да. Ну что, давайте пробовать снова его мочить. Вот он сейчас сюда подойдет, а я его огрею. Сверху.
Что-то я ему мало как-то снес. Ёпо на мать. Да подожди ты. Успокойся, псих. Стойку, скотина, встал. Вот сейчас опять один удар сделает, я умру. Так, следующий. Следующий парень. Он примерно такой же. Но все равно драться с ним не страшно. Так, он, по-моему, вот сюда не заходит. Вроде как. Он не заходит сюда. Не, смотри-ка, заходит. Вот так тебе бэкстеп. Вот так тебе. Моя месть пришла. И вот на этой ноте кольцо с магическим камнем. Давайте закончим эту серию. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitch канал и вступайте в группу ВКонтакте. На этом все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.